сейчас поближе, как там говорят, сейчас поближе подойдем. И поймаем большую рыбу. Ну все, отлично, поплавок, все как положено. Аск. Аск. Смотри. Радиоуправляемая рыбалка называется. Рыба настоящая. Рыба настоящая, да. Удочка только не настоящая. Заметь, без лицензии ловить можно. Да. Потому что нету связи рыбака с поплавком. Абсолютно. Никто не накажет. Да, леска-то отсутствует, только радиоволна. Есть. Вперед. Есть. Yes! Yeah. Вот, пожалуйста. И с уловом. Ну, кораблик маленький, и рыба маленькая. И рыба маленькая. Все. Шел вон. А мы так красиво полетел? Ну да. Следующий. Забрасывай. И забросил старик невод. И да. Поймал он золотую рыбку. Заводи пропеллер. Да. Есть он. Уже есть? Уже есть. Бля, слушай, там что-то большое. Лодка не тянет? Ну? Порядочное что-то, да, там... действительно. О, басик, смотри. Ага. И да. Хороший басик. Хороший басик, но их надо выпускать. Надо выпускать, да. Время их не пришло еще. Слушай, ну видишь, басик пошел. Да. Не успеешь руки помыть, по черту, по дереву. Ага, красавец. Ух ты. И закинул старик мне вот во второй раз. Во второй раз. И поймал он вторую золотую рыбку. Ну-ка. Давай, тренируйся. Надо немножко сейнер отвести от берега. Невод, давай. Окей, опс. Готово. Мне нужно руки помыть тогда, ты понимаешь? Да я представляю. Аппаратуру мокрыми руками брать. Нельзя. Она же не любит? Не любит. Электроника не любит. Ну ладно, сейчас на рыбное место выведем. Давай. Газуй. Я прекращаю съемку тоже. Хорошо. Чуть-чуть половлю.